Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Уже прошло 2 года, как известная певица Полина Гагарина развелась со 2-м мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. И вот буквально накануне стало известно, что артистка больше не одинока. Ее заметили во время прогулки по Москве с 35-летним танцором Станиславом Миковым. Они держались за руки, рядом с ним находился старший сын артистки Андрей. Его она родила от 1-го мужа актера Петра Кислова. Спустя несколько дней влюбленных вновь застукали на публике за ужином в ресторане. Судя по всему, отношения Полины Гагариной с новым бойфрендом развиваются стремительно. И по слухам, Стас уже знаком с детьми артистки и регулярно приезжает к ним в дом. А после того, как о романе Полины Гагариной с танцором Станиславом Миковым узнала общественность, тут же появились новые подробности, которые пытались скрыть от прессы. Оказалось, что новый избранник ради отношений с певицей бросил жену, которая еще недавно признавался в любви. С Полиной Гагариной танцор из Йошкар-Олы Станислав Миков работает около 6 лет. Выступал на столичных площадках, ездил на гастроли. Несмотря на страсть на сцене, которую то и дело изображал танцор и певица, до недавнего времени их связывали исключительно рабочие отношения. Стас жил в счастливом браке с коллегой Оксаной Стратулат, а Полина с фотографом Дмитрием Исхаковым, а после развода с которым переключилась на продюсера Владимира Чиняева. По слухам, все изменилось зимой этого года. Еще в феврале в соцсетях Микова был запечатлен образ счастливой семьи. Станислав и Оксана ходили в кино, встречались с друзьями, фотографировались у себя дома. А затем Станислав резко удалил из сети все совместные фото и любые упоминания своей супруги. Что на самом деле случилось паре – большой вопрос, на который оба не торопятся отвечать. Но справедливости ради надо заметить, что ради новой любви не только Миков расстался с женой, но и Полина Гагарина ради новых отношений тоже порвала с прежним бойфрендом-продюсером Владимиром Чинаевым, с которым певица не раз попадала в объективы папарацци. Говорят, его она бросила именно ради танцора. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!